О, хорошо, видите, кошечка умница, начала ходить в лоточек, не выходя из подъезда. Я переживал, что он будет в подъезде гадить, как эти писять. Ходит в лоточек, кушает, питается, но в ящичке не живет. А в ящичке не живет, потому что у нее вот здесь вот замечательная лежаночка. Привет, кошка. Обратите внимание, мы кошку еще подогреваем. Бутылка с горячей водой позволяет аккумулировать тепло и не дает кошке замерзнуть. Просто с какой-то периодичностью надо менять бутылку. Ну, я вам скажу, хватает надолго. Вот в обед я положил. Сейчас 4:30 вечера. Бутылка теплая. И кошка не мерзнет. Кошка. Она уже не боится. Молодец, кошка. Нечего бояться. Да, ей тут комфортно. Пришлось выделить свитерочек. Ну что, ну как можно забить на животное? Существо куда-то там ушло. Будем подогревать, будем подкармливать. Кто-то хочет принять участие в содержании животного, милости просим. Можете скинуться кормом, деньгами. Ну, ладно, короче. Это дело такое еще. Подумайте, что попрошайничаю. Я не против помощи, но мы и сами справляемся. Кошка, ты молодец, кошка, что пришла в наш подъезд. Знала, куда идти, знала, где есть добрые люди. Сейчас бутылочку ей заменю и на ночь потом заменю. И кошка не замерзнет. Можно и со второй стороны положить, и у нее будет теплое лежбище. Но в ящике почему-то не хочет жить. Не хочет. Все, кошка, я домой.